Вай, кстати, может быть очень опасный. Вай Сакали. Нам надо вырубать Сараку будет как-то под моей ультой. Быстро. У нас вообще мощная комба на самом-то деле. У нас много контроля и танчить есть кому. Главное, чтобы Эвелина выкачалась. Эвелина должна выкачаться. Радиатор отвалился. Купи другой. Что там еще чинить? Ну, можно, наверное, как-то починить. Смотря, как он отвалился. Если лопнули пластмасски, то лучше новые уже купить. Они не очень дорогие. Не хотел я брать воспламенение. Я лучше хил возьму, чтобы побольше выживаемости было. Сгнило? А чего сгнило? От сырости, влаги? Старый слишком комп или что? Почему сгнило? А, лет 12, ну понятно тогда. Не, ну если комп в хорошем помещении типа находится, то есть он даже спустя 12 лет нормально может выглядеть. Просто почистить его от пыли и все. Дир соло убивает Гнара, что? Да, микрофон слишком близко к носу.
Я не знаю, не знаю. Ша могла, мне кажется, их убить. Почему она у Скор не прожила вовремя? Не знаю, мне не нравится, как Аша играет. Мне вообще не нравится, как моя Аша играет. Очень плохо пока. Да, это было неплохо. Ультуй, подруга. Ультуй, ультуй, ультуй. Ну почему? Она могла сейчас ультануть в Сараку, мы бы ее закрыли. Сразу же, автоматически. Под вышкой закрыли бы ее. Почему так тяжело доходить? Доходит до АДК, что ей нужно делать?
Очень плохо играет Эша. Ну очень плохо, ну плохо. Как можно было в этом моменте промахнуться ультой на Эше? Как можно было промахнуться ультой вот здесь вот? Ну какой ужас просто. Я не должен был сейчас умереть, если бы она ультой не промахнулась. Бред полный. Очень плохо играет Платина, блин, у меня в команде. Со всеми, ну блин, за такие моменты я типа, ну, не буду прощать. Когда типа там идеальные условия для того, чтобы просто навести курсор на вражеского героя и попасть. Там ничего сложного не было. Там не надо было нажать 10 кнопок подряд, чтобы типа убить героя. Просто одну кнопку нажать и все. Навести курсор, все. Там ничего сложного. Как можно было не попасть, я не знаю. Ужас. Блин, неплохо. Ну, хоть сейчас ультой попало. Слава богу. Аллилуйя, блин. Еще удир шляется. Я не знаю, что делает Галио. Я не знаю, зачем Галио сейчас пошел и слился. Зачем? Привет, Александр. Уходи оттуда, лол. Блин. Какие у меня хреновые союзники. Ужас. Просто ужас. Просто жесть. Какие они хреновые.
кошмар приснился. Мне, кстати, давно кошмары не снились. Я в последнее время нормально сплю. А то, блин, и так, типа, в реальной жизни дерьмо. А тут еще, типа, кошмары снятся, и ты такой, типа, вообще жесть полная. И поспать не можешь нормально, и в реальной жизни, типа, все очень не так, как хотелось бы. Слабая тема. Тащу как могу. Ты бы знал, какие мне порой иногда сны снятся, что я просто просыпаюсь, у меня мурашки. Мне вообще сложно напугать, но, блин, те сны, которые мне снятся, это полный трэш. Мерзость полная. Я не знаю, почему мне такое говно снится. Как будто я какой-то, не знаю, псих, что ли. Спасибо, Макс. Не могу кнопки прожать. Скажи, на какой жанр у тебя настрой сегодня? Да, блин, джаз, там Deep House. Дефолтные эти жанры, которые я слушаю. Я очень хорошо сыграл сейчас. Если бы я еще выжил, сейчас шикарно было бы.
Здорово, Скобелкин. I wanna feel you. Держите удира за усы. Дура, ну подойди, я ж тебя похелю. Ну что за... Что за анскиллы прокнулись у меня в команде? Капец, Велена, Гнар, это вообще просто забейте. 1, 6, 2, 4, ужасно. Ладно, эти еще типа как-то более-менее двое нажимают кнопки. Но вот эти вот двое, это просто... Просто писец полный. Ужасные игроки. Классно, блин, играют люди, классно. Ой, так у тебя еще цветочки. У тебя еще реально цветочки, Саша. По сравнению с тем, что мне снится, это цветочки. Мне такая дичь иногда снится. Мерзость, самая настоящая мерзость. Там голову кому-то отрывают, там еще что-то. Не буду как бы рассказывать подробности. И вот после такого я типа просыпаюсь, и мне реально типа, ну и очень плохо. Галё полетел. Мне нужен краб, не знаю ничего. Нихрена себе, это значит у меня так мультики? Да, у тебя мультики, представь себе. То, какая мне здесь снится, это по сравнению с твоей, это небо и земля. Если для тебя это страшный сон, то я не знаю, как бы ты чувствовал себя, если бы тебе приснилось то, что ты, типа, смотришь на то, как со стороны... Ну, не то, чтобы смотришь на то, а как сам, как бы, участвуешь в роли этого человека, которому, типа, отрывают... То есть тебе отрывают голову, и, типа, все это...
чувствуешь, я не знаю, как объяснить. Это ужас полный. Как меня пополам разрубило, ну вот. Да много мне еще чего-то такого странного снилось, максимально странного. Я уже не припомню. Как сейчас умерла? Блин, что это было? Почему Иша умерла? Я же убил Вай еще до того, как ульта, типа... То есть Вай, получается, мертвая Вай ультанула в Ишу и убила, типа, уже после того, как сдохла. Очень странно. Типа, анимация мертвой Вай... Анимация ульты у Вай прошлась в то время, когда она уже умерла. И типа этот урон нанесся Ише, и она умерла. Я, кстати, хилрез не выкачал. Да и нахрен он нужен. 8-2 счет против 1-11. Кнопочки. Кнопочка. Ядрить, колотить. Ну зачем ты там осталась, дурашка? Дурашки, блин. Могли спокойно на Шора пойти забрать. Идем, заберем на Шора. Мы можем втроем забрать ее. Но планы, походу, поменялись. Кстати, помните, вчера там со мной на Трово общался человек, типа, из Италии? Так вот, это не он, а она была. Она меня в Инстаграме потом добавила и... И начала, типа, мне писать. Девушка какая-то. Привет, как дела? Это все на английском. Вот, я ей потом написал, что... Мол, якобы она мне не подходит. То есть, общение и дружба — это все, что между нами может быть... Вот, и... Вот, и она перестала мне писать.
Ну, я понял, типа, то, что она хочет что-то, ну, типа, написала, что я красивый, вот это вот все. Ну, что хочет каких-то там, типа, любовных таких вот сообщений, но облом, произошел облом. Да, обычная красивая девушка, просто, ну, просто она мне не подходит. Поэтому написал здесь, что возможно только дружба и общение. Вот, она типа написала, да нет, я ничего серьезного не хотела, типа просто, просто написала там привет. Просто прикалывается она. Ну ладно. Пусть прикалывается. Может, она рассчитывала на, что, на что-то другое, но не на того она попала. Не на того она попала. Стримера. Отшил девку. Ну, блин, ну такой вот я, ну что поделать. Не интересует она мне. Как какой-то там партнер, как любимый человек. Мне, кстати, Галё понравилось.